Детективы НАБУ обыскали дом министра инфраструктуры Владимира Амеляна. Чиновника заподозрили в незаконном обогащении. Ранее в НАБУ сообщили, что в отношении Амеляна ведется расследование. Детективы установили, что с декабря минувшего года глава Мининфраструктуры и его семья проживают в доме, принадлежащем двоюродной племяннице его жены. Стоимость этого здания оценивают в 7 миллионов гривен. Недвижимость это в декларации чиновника не указана. Там говорится, что министр живет в квартире супруги.